понедельник в Самарской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Станет чуть прохладнее, днем 19-24 выше 0, ночью плюс 12, плюс 14 градусов. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 21, ночью 13 градусов тепла, ветер северо-западного направления 6 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, возможно небольшой дождь, днем плюс 19, ночью плюс 14 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, днем 21 градус тепла, ночью плюс 13, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 49%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.